Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість студії старший інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Миколаївській області, капітан поліції Олена Бешай. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій студії. Пані Олена, я так розумію, що це управління превентивної діяльності, яке ви представляєте тут в студії, воно, можливо, не нове, але трансформоване. З якогось іншого, так? Чим ви займаєтесь? Навіщо це управління взагалі функціонує? Які функції, які завдання ви виконуєте? Да, действительно, наше управление существует уже не один десяток лет. Ранее мы назывались как управление общественной безопасности. Само управление включает в себе несколько отделов и подразделений, которые обеспечивают публичный порядок и общественную безопасность граждан. То есть это, как уже было сказано, отдел участковых офицеров полиции, отдел охраны общественного порядка, сектор разрешительной системы, сектор ювенальной превенции, то есть по работе с несовершеннолетними, а также отдел безопасности дорожного движения и ранее был в нашем составе, сейчас уже как бы немножко выведен за наш состав. Это сектор организации деятельности, изолятор временного содержания. То есть наш объем работы охватывает большое количество направлений, да, и все связано с правами граждан, общественной безопасностью и публичной безопасностью. Ну, давайте, наверное, поговорим отдельно, может, если успеем обо всех, если не успеем, то какие-то отдельные категории возьмем. Участковые. Как работали раньше и чем отличается работа участковых сегодня? Потому что, почему я спрашиваю, некоторое время назад в средствах массовой информации достаточно много говорили о том, что нагрузка увеличилась и участковым инспекторам действительно очень, ну, не очень сложно, но сложнее стало работать. Да, с чем это связано? Да, действительно, участковые офицеры полиции у нас постоянно на виду. Это те санитары населения, которые оказывают не только правовую помощь, но и проводят социальную адаптацию граждан, ранее судимых, которые после освобождения из мест лишения свободы, либо освобождения из определенных учреждений, требуют предоставления определенной помощи, как социальной, так и правовой. Ранее, действительно, как было сказано, наш штат составлял по Николаевской области более 380 участковых. На данный момент, в целом, это вся область? По области, да. На данный момент в рамках проведения реформы перехода одного ведомства в другое, то есть с милиции в полицию, произошли изменения и в законодательной базе, и в деятельности участковых. То есть должности сокращены были в два раза, и, естественно, увеличена нагрузка на одного участкового. На данный момент участковый офицер полиции у нас обслуживает от 7 до 12 тысяч населения, это в городах. Это достаточно большой объем работы. Как люди справляются? Вот ваша оценка. Я думаю, справляются. Или выхода просто нет? Я думаю, нет, в любом случае все справляются, выполняя свои функциональные обязанности, но опять-таки тяжело, учитывая работу в сельских районах, где протяженность сел друг от друга составляет энное количество километров, и один участковый в административной территории, которого находится от 10 до 12 сел, грубо говоря, он должен как бы попасть и туда, и туда. А учитывая, что идет большой вал заявлений не только о криминальных правонарушениях, но и бытовых, допустим, как насилие в семье или та же пьяная преступность, то, естественно, участковому нужно выезжать на место, общаться с гражданами, устанавливать свидетелей, очевидцев, собирать этот материал. Да, в этом вопросе немножко тяжеловато. Но мы все держимся и стараемся работать вот именно на профилактику правонарушений. Хорошо, вот вы говорите о профилактике правонарушения, а как вы это делаете? Знаете, это там беседы, это встречи, я не знаю, там в каких-нибудь школах, училищах, в чем заключается профилактическая работа? Вот в этом вопросе, да, профилактика у нас идет, как я уже говорила, не только с ранее судимыми лицами, но и с лицами, которые осуждены до наказаний, не связанных с лишением свободы. То есть, грубо говоря, условники и те лица, которые имеют тяжелые либо средней тяжести психические расстройства. То есть у нас есть несколько категорий учета, по которым мы ставим людей в нашу информационную базу и проводим с ними вот эту профилактическую работу. Ранее судимые, лица, получившие условный срок наказания, и лица, которые страдают на тяжелые психические расстройства, и бытовые нарушители.
То есть бытовые нарушители – это у нас те особы, которые совершают правонарушения относительно насилия в семье, за которые, естественно, предусмотрена у нас административная ответственность. Вот, с этими лицами проводятся не только профилактические беседы. В случае совершения определенного правонарушения, естественно, они притягиваются к административной ответственности согласно тех норм статей, за которые совершено правонарушение. В дальнейшем их ставят на учет в нашу интегрированную базу. И в случае совершения ними повторного правонарушения принимается уже решение дальше либо направление на принудительное беседу с, ну, допустим, если это бытовой нарушитель, после совершения второго или третьего уже такого тяжкого, ну, проступка за насилие в семье, это лицо направляется на коррекционную программу, которая создана у нас при районных, на коррекционную программу учреждения, созданной при районных администрациях, где на протяжении определенного периода с ними работают психологи, психиатры и социальные работники. То есть коррекционная программа – это некое нововведение в последнее время, да? Потому что раньше, как мне кажется, я конечно, могу ошибаться, я к полиции и к милиции, слава богу, может быть, никакого отношения смотрите, не имела. Смотрите. Если раньше это было наказание, то сейчас больше делается упор именно на превентивные меры. Да, ранее, действительно, как вы сказали, правонарушитель, который совершает правонарушение в отношении насилия в семье, ему, то есть, составлялся протокол, и мерой пресечения у нас являлся штраф. Но учитывая, что, вот, исходя из практики, эти штрафы оплачивают те же жены, в отношении которых совершено правонарушение, или же... Замечательно, как... Да, или же родственники этих правонарушителей как бы внесены изменения в законодательство, в тот же административный кодекс, и теперь штраф у нас упразднен, вместо него введена мера наказания как административный арест. То есть лицо, если не прекращает свои действия, может быть арестовано до 15 дней за совершение этого правонарушения и находиться в изоляторах временного содержания. Ну, а ваша оценка, это помогает как-то утихомирить какого-нибудь бытового насильника? Я скажу, что да, это более действенный метод, потому что, опять-таки, я говорюсь по поводу штрафов. То есть тогда безнаказанность, да? Да, жены являются у нас потерпевшими, грубо говоря, и они же оплачивают, да, те действия, которые были совершены в отношении них. Не переживу без тебя, и идет за него платить. Да, да, потому что, естественно, исполнительная служба наша не отстает в этом вопросе, направляются листы, направляются требования, все остальное. Поэтому админ-арест, я думаю, более действенный. Тем более, находясь под админ-арестом, человек, ну, он не просто отбывает наказание, у него есть определенный перечень работ, которые он должен выполнить, ну, как, скажем, в качестве наказания за тот период, который находится под арестом. То есть это какая-то такая вот западная практика, да, она внедряется у нас? Ну да, да. В этом вопросе, я же говорю, стало легче. Ну, насколько я понимаю, учитывая вот тот объем работы, то количество лиц, которые сейчас вот вынужден обходить, и за которым вынужден наблюдать участковый инспектор, да, вот, а как его поймать, например, на рабочем месте? Вообще это возможно? И где, в принципе, кроме полиции, можно поговорить с... Участковым инспектором, да. В этом вопросе у нас есть такое понятие, как опорные пункты полиции. На территории Николаевской области у нас функционирует 29 таких опорных пунктов. Это в Центральном 10, в Заводском 7, в Корабельном 4 и в Ленинском 9. Где, согласно приказа МВД номер 550 от 11 ноября 2011 года, который на данный момент находится у нас в стадии переработки и доработки, но еще действует, участковый инспектор 3 раза в неделю проводит прием граждан. Это вторник, четверг, суббота. Адреса этих опорных пунктов размещены на нашем сайте Главного управления национальной полиции. И то есть любой гражданин, естественно, каждый опорный пункт, за ним закреплена определенная территория, то есть расписана по улицам. И гражданин, если он, ну, нет у него доступа попасть в райотдел, то есть он может зайти на этот сайт, уточнить по улице, за каким опорным она закреплена, и уже в этот приемный день подойти к участковому со своей жалобой, ну, или пожеланием, заявлением. Смотрите, вы сейчас также даете, ну, помогает правовая помощь. Ну, конечно. Да? Насколько я понимаю, раньше к вам не особо много было желающих прийти вот именно в милицию за правовой помощью. А сейчас в полицию приходят? Обращаются люди? По этому вопросу, вот мы как управление, я скажу со своей
со своего бока и со своей точки зрения, количество заяв в этом вопросе, конечно, увеличилось. Есть это категории населения, у которых нет возможности обратиться к юрисконсульту или к определенному юристу в определенной сфере. То есть это, который стоит денег. Да, оплатить эти услуги, поэтому они обращаются с заявлениями к нам. То есть в любом случае мы проводим проверку этого заявления, даже если это являются гражданско-правовые отношения или отношения в семейном праве, в любом случае мы предоставляем им информацию. Это все расписывается в ответе с ссылками на законодательные акты, статьи и направляется человеку. То есть уже таким образом человек получает этот ответ, уже знает, как ему действовать дальше, к кому обращаться и на основании чего. Давайте вернемся к работе участковых инспекторов. Смотрите, мы определенным образом коснулись насилия в семье. Да, насколько я понимаю, такая проблема достаточно серьезная. Очень много людей обращаются по этому поводу. Не всегда, правда, опять-таки, насколько я понимаю, все это доходит до каких-то серьезных мер наказания, потому что женщины часто начинают жалеть своего мужа, бьют, значит, любит и так далее и тому подобное. Да, учитывая, что это достаточно серьезная проблема, наверняка. Ведется в этом случае тоже профилактическая работа. Есть семьи, которые на учете, естественно, как правило, да, это семьи неблагополучные, в которых пьют. Инспектор участковый, каким образом работает с такими семьями и каким образом работает с теми, где вот алкоголизм процветает? То есть это тоже ж работа инспектора. В том числе. Да, это да. Я уже говорила по этому поводу, у нас есть специальные учеты. По которым мы можем установить лицо, если оно притягивалось к уголовной административной ответственности, либо лицо является семейным нарушителем, вот как в данном случае в направлении насильства в семье. То есть у нас действует закон про попередження насильства семьи 2001 року, по которому к специальным средствам предупреждения вот эти насилия у нас относятся некоторые, скажем так, действия. То есть это вынесение официального предупреждения о неприпустимости повторного совершения таких действий. То есть как бы мы выносим устное предупреждение. Вы прекращаете эти действия. В случае повторного совершения таких действий вы уже будете притянуты к более суровому наказанию, как я уже говорила, админарест. После этого у нас идет взятие на профилактический учет. То есть учет ведется не только у нас, но и в органах исполнительной власти, которые созданы при исполкомах каждой районной администрации, где есть тоже своя база, по которой они ведут этот учет. Защитное предписание вносится официально правонарушителю, и в случае нарушения этого предписания, опять-таки говорю, у нас влечет более суровые санкции, и прохождение коррекционной программы. Прохождение коррекционной программы, опять-таки оговорюсь, проходит у нас на базе органов социальной опеки, попечительства при исполкомах райадминистрации, где с людьми, с правонарушителями бытовыми работают, я уже говорила, социальные работники, психологи, где до них доводится информация, почему это все возникает и каким образом это все можно изменить. Основными причинами возникновения того же насилия в семье, вы правильно сказали, является алкоголизм. То есть человек употребляет алкогольные напитки, естественно, агрессия. Агрессия, да, он не осознает своих действий, но уже когда проходит этот период, когда человек уже в здравом уме, он, естественно, понимает, что он совершил проступок. Некоторые, да, есть у нас такие лица, которые действительно это понимают. А те лица, которые не понимают, естественно, опять-таки, админарест, коррекционная программа. Если говорить об алкоголе и, опять-таки, будем откровенны, да, распространение незаконной самогонной продукции тоже в некоторых местах процветает, опять-таки, в средствах массовой информации последние несколько недель очень серьезно обсуждается тот момент, что люди гибнут даже от контрафактной продукции, от некачественной продукции, фальсификатов. Да, вот как с этим борются? Как правило, да, участковые, наблюдение наше, все знают, где какие точки, это ж видно вроде бы. Да, они работают на территории, как бы они осведомлены в этих вопросах. Да. По самогону варенью я вам скажу, что это бич нашего общества, бороться с ним
Это очень там тяжело. Там закрыли, тут вылезло, как грибы. Да, это, скажем так, такое направление, которое требует повышенного внимания. Но административным кодексом предусмотрен ряд статей, по которым лица притягиваются к ответственности. То есть это та же 176-я статья админкодекса. Это у нас получается изготовление и хранение самогонной продукции. Плюс статья 177 приобретение и распитие. Ой, приобретение самогонной продукции. То за это тоже можно, если поймают за руку. Конечно, если человек приобретает самогонную продукцию, действительно известно, что это самогон, статья 177, протокол и вперед. Лицо никак не уйдет от админответственности. Но самая основная у нас есть статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это статья 164 со значком 16. Это занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности. Статья жестокая, потому что санс этой статьи предусматривает штраф от 1700 гривен до 8500 гривен. То есть, существенный удар по карману. Конечно, если лицо занимается изготовлением и реализацией этой самогонной продукции, оно уже должно понимать, что это влечет за собой определенную ответственность. И когда составляется этот протокол, и суд в этом вопросе неумолим. То есть, естественно, санкция статьи у нас идет по максимуму. Ну, если брать статистику, вот, я приведу пример по 176 статье, это хранение, изготовление хранения самогона за истекший период, вот по состоянию на сегодня, органами полиции у нас составлено 1297 протоколов. За приобретение самогона по статье 177 составлен 201 протокол. По статье 178, это распитие алкогольной продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, составлено 1344 протокола. А уже по статье 164 со значком 16 у нас составлено 159 протоколов. Ну, существенная сумма выходит. Да, то есть в этом направлении борьба у нас идет активная. Выявляем, получаем и уже неоднократно обращались к населению, гражданам. То есть если есть определенная информация, что вот существует точка незаконной реализации самогона. Все поступает такая информация, да? Да, чтобы сразу же обращались в Главное управление полиции с этой информацией, чтобы мы уже ее отрабатывали. Потому что то, что вы говорили, идет массовое отравление этой продукции, плюс ко всему идет тоже насильство в семье, что является как бы почвой борьбы. Много времени проходит от составления протокола до реальной ответственности? То есть я так понимаю, еще надо доказать, что он купил, выпил или продал. Вот смотрите, по статье 176, 177 и 178 решение у нас принимается органами полиции, то есть сразу. Выявлен факт, составлен. То есть сейчас у вас протокол в большей степени руки развязаны, да, в плане наказания? В административном кодексе расширили круг полномочий сотрудникам полиции, по которым они вправе принимать самостоятельное решение, то есть не ждать решения админкомиссии, не ждать решения суда. Но вот по статье 164 со значком 16 тут, естественно, уже принимает решение суд, потому что изымается как бы не литр и не два самогонной продукции, а определенное количество, которому, естественно, нужно провести экспертизу и доказать, что это действительно самогонная продукция, она не является чем-то другим. И уже, естественно, все зависит от суда. Скажите, пожалуйста, а вот решает ли участковый офицер полиции вопросы благоустройства прилежащих к дому территорий? Да, конечно. То есть и это на участковых? Это тоже. Это является у нас также профилактикой, профилактической работой со стороны участковых офицеров полиции. Если брать решение Николаевского городского совета об утверждении правил благоустройства и содержания территории города Николаева, говоря о городе Николаеве, организация и контроль за работой по благоустройству, уборкой, санитарным состоянием у нас относится не только к администрации районов города, санэпидинстанции, есть государственная инспекция по карантину растений Николаевской области, но также возложена и на органы полиции. Кодексом Украины... О чем речь? Зачем конкретно должен следить участковый? Чтобы никто не бросал там окурки, бумажки, бутылки, мусор? Или речь идет именно вот возле дома, территория, которую люди должны как-то... Учитывая то, что вы сказали, и в большинстве случаев это идет скажу своими словами, эстетический вид определенного места, общественного места, дома, прилегающих к дому территории. Это независимо город или село.
Если идет частный сектор и возле дома скуплено большое количество мусора, там, как в основном у нас идет это строительный мусор, сейчас в осенний период это деревья, листья, то, естественно, это уже не подлежит нормальному состоянию. И то за это можно тоже получить административную ответственность. Да, в Кодексе Украины об админправонарушениях предусмотрена у нас статья 152, нарушение правил благоустройства, по которой санкция статьи идет штраф от 340 до 1360 гривен в случае нарушения вот этих правил благоустрою. Вот нами в этом году по области уже составлено 955 протоколов, по городу Николаеву 303, то есть треть у нас идет по городу. Ну, естественно, с этим вопросом мы тоже боремся, не оставляем без внимания. Хотя я говорю за органы полиции, но те же органы государственной власти и исполнительной власти, они вправе самостоятельно составлять такие протоколы и притягивать лиц к административной ответственности. То есть вы говорите о той статистике, которая именно с полицией связана? То есть могут быть еще какие-то протоколы составлены? Те протоколы, которые составляются органами власти, они, естественно, ведется учет у них, в администрации, в исполкомах администрации, и как бы мы к ним не имеем отношения в этом вопросе. Хорошо, спасибо. Смотри, в последнее время в связи, ну я так понимаю, что в том числе в связи с теми событиями, которые происходят на востоке страны, достаточно остро стоит вопрос контроля за оружием. Контроля за тем, чтобы не допустить их незаконную реализацию его оружия. Очень, ну, достаточно много везут с Востока. И вот как вы этот процесс отслеживаете, как ведется превентивная работа? В этом вопросе у нас работают не только участковые офицеры полиции, но и как бы все службы, которые есть в органах полиции. Тот же розыск, и та же ювенальная превенция, и разрешительная служба. И ювенальная тоже? Ну, среди несовершеннолетних тоже ж могут быть факты реализации тех же взрывоопасных веществ и того же оружия, которое завозится. Тем более, учитывая, что наша молодежь сейчас взрослеет очень быстро, для них это не проблема. В этом вопросе основной упор на контроль за незаконной реализацией оружия у нас осуществляет сектор разрешительной системы, который находится опять-таки в нашем управлении. На протяжении года у нас проводилось уже 3 месячника добровольной сдачи оружия. Последний вот сейчас идет по 31 октября. В ходе этого месячника граждане, которые выявляют факты, естественно, информацию направляют к нам. Плюс ко всему оружие, которое находится в обороте, на которое нет определенного разрешения, сдается в органы полиции и в дальнейшем утилизируется. Если брать за период 10 месяцев, грубо говоря, то в отделы полиции сдано уже более 470 единиц разнообразного оружия, среди которых не только нарезное, травматическое оружие, но... Что такое нарезное? Охотничье нарезное оружие, ну, которое имеет в себе стволы. Есть гладкоствольное оружие, то есть, смотрите, если брать 5 единиц нарезного оружия, уже сдано 81 единица охотничьего гладкоствольного оружия, 9 пистолетов, 9 единиц самодельного оружия, более 4500 боеприпасов к этому оружию, ну, разнообразные, да, патроны, ну и остальные огнестрельные вещества. Даже был у нас факт выявления 100 грамм взрывчатых веществ и одного самодельного взрывного устройства. То есть это люди сами приносят? Люди сами приносят, да. И если сдают сами, то ответственности... Они освобождаются от ответственности и в дальнейшем как бы не притягиваются к уголовной административной ответственности. Эта информация у нас размещена опять-таки на нашем сайте Главного управления нацполиции. Каждый месяц перед началом месячника мы даем объявление, рассказываем, каким образом это все происходит. Выкладываются адреса отделов полиции, куда нужно обращаться и сдавать это оружие. Ну и проводится разъяснительная беседа не только в определенных учреждениях, организациях, которые также ведут контроль за учетом оружия, но и среди учебных заведений, предприятий рабочих. А есть ли возможность узаконить оружие?
Ну, для этого и что для нужны, нужны определенные обстоятельства. То есть, если это у нас идет охотничье оружие, человек, естественно, должен состоять в охотничьем обществе, иметь соответствующую лицензию. Тогда, да, они обращаются в наш сектор разрешительной системы нашего управления, проводится определенная работа, то есть устанавливается психическое соответствие для хранения, использования, ношения такого оружия, проверяется по учетам наркодиспансера, по учетам уголовным и административным, лицо должно быть несудимым однозначно, не притягивается к административной ответственности за совершение правонарушений в сфере общественной безопасности. И уже когда получается положительный ответ, естественно, лицо собирает остальные документы на получение такого разрешения. Пані Олена, на жаль, наш час вже вичерпано. Питань ще багато, враховуючи той обсяг роботи, який виконує ваше управління. Але ми вимушені завершувати такою темою, зброєю. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Спасибо вам огромное. Вашій роботі. Спасибо большое. Всього хорошого.